Всем приветик! Вы на канале Лилины Бойчата. Я приехала в деревню. И тут смотрите, какая красота, милота. Челочка пасется. Ее зовут Санти. Вам нравится? Вы смотрите, какая она красивая. И у нее сердечко на лбу. Видите, какое? Смотрите, прямо сердце настоящее. Надо же, как природа создала такую красоту, милоту. Ой, она меня лижет. Ее мухи кусают, поэтому она так машет головой и ушками машет. Красивая, правда? Прелесть. Я очень люблю коровок. Ребята, вы любите коровок? Смотрите, какие они хорошенькие. Кушают лавку. Санти. Санти, Санти. Да, очень красивая коровка. Маленькая еще. Ей где-то 7 месяцев. Уже почти большая, 7 месяцев. Большуха уже. Так хорошо в деревне. Солнышко, травка, цветочки. Красота, милота. Так бы и я бы тоже покушал вместе с Анти травку. Тоже бы погрыз бы. Пойду пройдусь по деревне. Пойду прогуляюсь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Санти, ты пойдешь со мной? Санти не хочет со мной. Ну, я тогда один пойду пройдусь. Ой, как хорошо. Ой, только об крапивку, чтоб не обжечься. Вот она такая кусючая, эта крапивка. Пойду. Ля-ля-ля. Как же здорово летом на природе. Ну, если нет возможности поехать в деревню, можно просто где-нибудь прогуляться в парке, во дворе, на травке. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ой! Ой, чуть не упал. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Надеюсь, у нас еще будет много-много интересных видео. Пока-пока.